Всем привет! В этом видео я хочу показать вот такого белоснежного зубастика. Я ждала, когда распустится 4 бутона, но сегодня заметила, что один цветочек начал увядать, у второго появились такие пятнышки. Я решила вам быстренько показать. Цветочки развиваются вместе с новым ростом, как у зигапеталомов. Цветочки вот такого вот большого размера. Цветы восковые, с приятным запахом. Но единственный минус у этого вида, он цветет совсем недолго. Вот буквально неделю назад он мне раскрыл цветоносы. И уже вянет. При отсушивании листиков бульбы на немножко уменьшаются, становятся такие компактными. Вот и вам, вот еще не раскрывшийся цветоносик. Цветонос тянет из-за пазухи нового роста. Так он красиво, они обои развиваются. Я сразу хочу сказать, что эта орхидея, она очень обжорлива. Если ее не на убой не кормить, то такие, скорее всего, бульбы она не надует. При одноразовом замачивании орхидеи раз в месяц с удобрением с формулы 20-20-20. Также я в течение месяца я опрыскиваю их минеральными подкормками. Ну, когда отцветают цветоносы, я ее кормлю на убой органикой, пока она не нарастит новые росты и не выкинет вот такой новый ростик с цветоносом. Содержу их на прямом солнце. Стараюсь их не просушивать, но бывает такое, что они у меня какое-то время висят сухими. И это негативно сказывается на орхидею. Появляются вот такие пятнышки. Вид у нее становится некрасивый. Вот здесь вот желтые пятна. Но орхидея, она, я бы не сказала, что она страдает от небольших пересушек, но попить она очень любит. В коллекции у меня два одинаковых вида. Это вот хизис. Вот этот хизис я покупала очень давно с трех бульб, с двух бульб. Плюс одним ростиком. Рост у меня нарастил уже у меня. И следом выдав новые росты, он у меня буквально через год, через два, он у меня начал свисти вот с этой бульбы. Потом следом. И цветет третий раз. Бульбы, как вы видите, они идут по нарастающей. Это очень хорошо. Если орхидея гонит бульбы одну больше другой, то содержание, которое я ей предоставляю, ей очень нравится. Вторую орхидею я покупала совсем другим названием. Я покупала оранжевые цветочки, не помню уже под каким названием. Но когда она у меня буквально на следующий год после покупки она у меня процвела. Конечно, я была очень огорчена, так как у меня уже есть вот такая белая зубастая красотка. Не знаю, я думаю, когда придет пора пересаживать орхидеи, я хочу их совместить вместе и сделать один большой куст.
Так у меня будет две розетки цветения. И будет очень красиво, когда она будет зацветать. А сейчас пока они у меня поодиночке. Этот вид орхидеи очень гибкий к температурным режимам. Зимой он у меня находится в более прохладном температурном режиме. Это ночь от плюс 7 до день плюс 18-20. И летом он очень хорошо перенес температуру до плюс 45. Как вы видите, цветение у меня оказалось еще пышнее. Здесь я еще пока не знаю, но, по-моему, здесь только два бутона. В том году вот этот вид, он процвел только двумя бутонами. В этом году он выдал их 4. Как вы видите, посажены они у меня в корзинке. Я не стала их садить в горшок. Но корзинки забиты очень плотным грунтом. Корешки у него, сейчас я покажу поближе, они волосатые. Вот здесь вот. Корешка можно понять, что это благолюбивое растение. Грунт у меня перемешан мелкой корой вместе с мхом. Мох я добавила очень большую пропорцию, чтоб она быстро не просыхала, так как посажена в корзинке. Ну и посадка в корзинке мне очень нравится. Она очень естественно смотрится. Вот. Вот, скорее всего, все, что я хотела вам рассказать, показать. Вот такая красота у меня. Будет радовать меня еще недельку. Потом следом еще недельку. И опять я буду ждать цветения. До следующего года. Цветет она один раз в год, так как целый год она тянет одну бульбу, тянет ее почти год. Ну все, спасибо всем за просмотр. До свидания.